двигателя в норме. 15. 20. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 25. 30. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 40. Стабилизация изделия устойчивая. 40. Давление в камерах двигателей в норме. 50. Давление в камерах двигателей в норме. 60. Тангаж, рыскание вращения в норме. 60. Тангаж, рыскание вращения в норме. 70. Полет нормальный. 70. Полет нормальный. 80. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 90. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 100. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 100. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 110. Тангаж, рыскание вращения в норме. 110. Тангаж, рыскание вращения в норме. 120. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. Двигатель второй ступени работает нормально. 160. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 170. Стабилизация изделия устойчивая. 180. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 190. Есть сброс пора головного обтекателя. 190. 200. Двигатель второй ступени работает нормально. 210. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 220. Полет нормальный. Время КП 9 часов 25 минут. Изделие устойчивое.
Организация изделия устойчивая. Репортаж о запуске транспортного грузового корабля «Прогресс».